Командор Мейсон, сержант Уотсон. Все в порядке, парень. Все в порядке. Где тебя носило? Я уже думал, ты не выкарабкаешься. Какого хрена я там делал? Мертвые не страдают. Это привилегия живых. Будешь страдать, как я. У него есть на тебя планы, парень. Он ждал этого 30 лет, и он рассчитывает на то, что ты будешь его искать. Постой-ка. Фрэнк, ты что-то знаешь? Помнишь тот кулон? Сразу после твоего звонка вчера. Он исчез. Думаешь, у него вдруг отросли ноги, и он сам ушел? Этот человек знает все. Знает каждый твой будущий шаг. Он истребит 20-30 миллионов людей. За его сестру. Как будто это ее вернет. Он убил моего отца, чтобы отомстить тебе. С этим типом все не так просто. Говори, что за херь случилось в Панаме? Я был уверен, что мы взяли его в Никарагуа. Через год он объявился в Панаме с этим дерьмовым Нарьегой. Для ЦРУ это была последняя капля. От Буша поступил приказ приступить к перехвату. И мы с твоим отцом отправились. Хреново вышло. Мейсон. Вудс. Рад тебя видеть, Фрэнк. Взаимно, Алекс. Обходим сзади. Блин, она в бешенстве. Семью? Я думал, причина в завтрашнем мне. Причина во всем, Марк. Я хочу от жизни большего, чем сидеть и тупо ждать, пока ты не переведешь нас в очередную богом забытую страну. Этого мало. Давай, Фрэнк. Мало. Привет, ребят. Привет, Магнайт. Барахло у тебя? Да, спортивная сумка в сарае. Жена твоя явно недовольна. Ты ведь не говорил ей о вторжении, правда? Нет. Но, похоже, я у нас один такой. Она узнала об этом от жены Джейкоба. И Стива, и Билла. Представляешь, что она обо мне подумала? И почему мы не можем просто убить его нахрен, после всего, что он устроил в Никарагуа? Командование достали его интриги, но он нужен им живым. Не нравится мне это. Ладно. Мануэль Нарьега. Отныне известный как объект Лжепророк. Это стандартная операция очернения. Уничтожить его репутацию и снизить вероятность восстания в его честь. Вторжение отвлечет внимание, а мы будем действовать с ВМФ. Значит, все готово. Ага. Идем, я вас провожу. Спасибо за пиво, Макнайт. Я позволил себе вольность и просмотрел твои старые дела. А что за хрень с цифрами? Русские правда тебе мозги промыли? Они очень старались. Рейте, Америка! Твою ж мать! Просто дети, Макнайт, они того не стоят. Наверное, ты прав. Добро пожаловать в Панаму. Задание нормальное, подготовка нормальная. Десантировались чисто, шлюпки никто не заметил. Единственное, что не вписывалось, так это Хадсон, который всем командовал по рации. Сразу предчувствие было, терзало изнутри, но я не обратил внимания. Хадсон, это Мейсон. Бомбежка началась раньше времени. Ничего не хочешь нам сказать? 10 секунд. Хадсон, как слышишь? Нет ответа. Будем продолжать по плану. 5 секунд.
Пошли, пошли! Макнайт, Мейсон, мы вошли. Группа спецназа захватит аэродром и штаб панамских сил обороны, чтобы помешать лжепророку сбежать. Я буду вести наблюдение создания 12 за пределами боевой зоны. Хадсон не бросил этот план? Но мне он об этом не говорил. Удачи, Мейсон. Конец связи. Вали их, Вудсон. Это Макнайт. Я на позиции на здании 12. Отряды ПСО размещены по всему аэродрому. Вольф идет прямо в ловушку. Я пытался их предупредить, но со связью проблемы. Уже идем, конец связи. Что по лжепророку? Ждем сигнала Хадсона. ЦРУ следит за каждым его шагом. Вряд ли он далеко уйдет. Нужно занять высоту. Это Мейсон. Готов помочь. Прекратите огонь, когда мы уйдем с крыши. Вы никто, американцы. Блин, все еще проблемы со связью. Давай, вот все равно идем. Берегись! Слева! Я тебя прикрою. Сосредоточься на помощи спецназу. Группа Гольф, говорит Мейсон. На крыше все чисто. Не стреляйте, мы выходим из люка! Это Хадсон. Где тебя черти носят? Хадсон! У нас есть точные данные о местоположении объекта лжепророк. Отель Аделина, номер 225. Захватить его. Конец связи. Вижу объект. Группа неприятелей рядом с отелем. Придешь с таким.
чисто. Вторая палуба. Восток. Поехали. Взять его. Только дай причину отстрелить тебе башку. Ты что делаешь? Слежу за твоей репутацией. Не такой был уговор. Позвони своему командиру. Пусти задницу в кресло. Хадсон, это Мейсон. Продолжай, Мейсон. Уже пророк захвачен, эвакуируемся. Запрещаю. Жди нового приказа. Объект лжепророк обладает данными об основной цели Nexus. Проводи его как ценный груз в указанный пункт для обмена пленниками. Подробности позже. Задница такой ценный груз. Цель Nexus? Кто может быть важнее этого козла? Мне это тоже не нравится, но пора с этим покончить. Слишком много времени теряем. Задание — простой захват. А потом влез этот сраный Хадсон по рации и сказал, что Нарьега не наша цель. Он нужен для обмена. На другого пленного. И в тот самый момент я, блин, должен был догадаться. Уже тогда должен был. Твою мать, что со мной такое? Какого хера? Фрэнк. Сраный Хадсон. Надо было его во Вьетнаме пристрелить. Эти твари с гражданскими обращаются не лучше, чем в Никарагуа. Они обдолбаны по самые уши. Вали их. Я зайду с мусором. Давайте, долбанавты упоротые! Вали их. Я займусь мусором. Противник! Уничтожите их! Мейсон, ценный груз все еще у тебя? Так точно. Отправляйся к армейскому контрольному пункту за трущобами. Тебе сообщат, где произойдет обмен пленниками. Трущобы – зона боевых действий. Я вправе защищаться. Дай ему, чего он просит, Мейсон. Это приказ. Конец связи. Зараза. Ты что делаешь? Ты просил оружие. О патронах ты ничего не говорил. Для всех нас лучше, чтобы тебя никто не узнал. А тебе? Пошел. Вот, займи позицию. Я прослежу за Нарьегой.